Эти видео говорят сами за себя. Сами за себя. Мне позвонила знакомая и написала, что хозяин хочет убить старую охотничью собаку, потому что она родила щенят. К тому же, когда она прислала фото, показав, в каком состоянии собака и дети, ребята, у меня просто не хватает слов. Я не понимаю, люди это или кто, или что за в человеческой оболочке. Как по-другому это назвать? Скажите, как? Собака, верой и правдой, служившая хозяину, ходившая с ним на охоту, добывавшая ему угощение, заслужила вот такое отношение к себе. Скажите, зачем эти берут животное, чтобы потешить свою трусливую душу, чтобы показать всему миру, какие они уроды, насколько они деградировали в облике человека, чего добиваются эти недочеловеки, доводя животное до такого состояния? Мы же живем не в послевоенные годы. И кусок хлеба есть у каждого из нас. Булку хлеба в день киньте собаке, и она будет сыта. Поставьте ей ведро воды. Даже тогда она не будет выглядеть так, как она выглядит сейчас. Ребята, у меня нет слов. Я показываю вам эти фото, потому что мы не смогли пройти мимо, потому что мы взяли собаку под свою опеку. Хотя мы переполнены. И я каждый день кричу и умоляю о помощи. Ребят, я правда не знаю, как жить. Как дожить жизнь, чтобы не сойти с ума? Как, друзья, ну как дожить? Где взять сил, чтобы выдержать этот весь прессинг? Вот эту всю несправедливость, это отчаяние. Ребята, как? Ведь мы живы только потому, что вы рядом. И собаки, и я. Понимаете, я не утрирую, не преувеличиваю. Ведь вся жизнь нашего приюта проходит перед вашими глазами. Я просто рассказываю вам. Но в последнее время я уже просто на грани. На грани, потому что столько боли. И столько равнодушия. Ну как же выжить, а? Ведь, понимаете, вы думаете, что я просто буду кричать в очередной раз. Ребята, у нас ведь правда нечего есть. У нас нечего сделать будку. У нас нечего утеплиться. А впереди зима.